Впереди нас всех ждут длинные праздничные выходные. Россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая. Праздник весны и труда для горожан столицы Чувашии начнется с самого утра. По традиции, в день весны и труда в Чебоксарах пройдет демонстрация. В ней примут участие общественные организации, работники предприятий города, молодежь. Сбор участников первомайского шествия начнется в 9 утра в сквере Чапаева. А с 9:50 национальное телевидение Чувашии начнет прямую трансляцию с праздничной колонны. 1 мая будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц города. Пути объезда автомобилистам придется искать всю первую половину дня. Так, с 7 до 13 часов проезд закроют по улицам Петрова и космонавта Николаева. От проспекта Ленина до улицы Энгельса. На это же время пешеходными станут автодороги по проспекту Ленина, улице Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградской, Константина Иванова и Сергея Радонежского. В зону ограничений попадут и президентский бульвар, Красная площадь и дамба Чебоксарского залива. До 9:30 по перекрытым участкам горожане смогут проехать на троллейбусе, а далее движение транспорта будет остановлено полностью. На Красной площади запланировано торжественное приветствие первомайской демонстрации. Здесь начнется концертная программа. Свои таланты и мастерство зрителям и слушателям продемонстрируют лучшие коллективы города. Также запланирована вечерняя праздничная программа, которая начнется в 18:00.